Напоминаем, уважаемые болельщики, что сегодняшняя схватка проходит по обоюдному согласию спортсменов, не рейтинга лиги и независимо от поясового дивизиона. Под ваши аплодисменты мы начинаем суперсхватку сегодняшнего вечера. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, что сейчас происходит. Два человека, два спортсмена, которые выступают в разных поясных дивизионах. Один в пурпурном, другой в коричневых поясах. Просто согласились, просто решили, давай поборемся. Но это же бесплатно, да, давай все равно поборемся. Здорово. Да, сейчас будем смотреть. Легковесы, они всегда такие техничные, смотрите, очень интересно. Смотреть быстрее. Интересно, комментировать не успеваешь. Да, не всегда успеваешь комментировать легковесов. Это единственная их проблема. А так все прекрасно. Это последняя схватка сегодняшнего вечера. И очень хочется, чтобы она была таким хорошим финалом, хорошей финалочкой, такой вишенкой на торте. Хотя, судя по динамике, мне кажется, что так и будет. Итак, Измаил Хузаев выходит, пытается взять захват Кимура. Отсюда можно реализовать массу интересных свипов, переходов на сабмишн и так далее. Мухаммад Шахбанов работает сверху, он в белом комплекте парадной одежды, предоставленной партнером турнира AS Kimonos. Специально для финалистов, для суперфиналистов, я бы сказал, сезона Лиги YBJJ. Скорпион лок от Измаила Хузаева. Сложная штука, чтобы преодолеть ее. Работает на проход хавгарда Мухаммад Шахбанов. Немного не хватает ему для того, чтобы реализовать проход. Меняет базу в хавгарде. Что-то мне подсказывает, что ищет электрический стул Измаил Хузаев, ищет уже не первый раз. Будет ли это свип или будет ли это сабмишн электрический стул? Сложно сказать. Арби, что лучше играет Измаил Хузаев, когда он берет электрический стул? Он ищет свип или ищет сабмишн? Так как он, наверное, тренер. Сейчас нравится выйти за спину. С такой не получается. Его фишка зайти за спину, оттуда работать. Но сейчас он тщательно работает над растяжкой своего оппонента. Хочет растянуть, зайти за спину. Мухаммад держит осанку, остается сверху, держит баланс. 40 секунд до конца матча. При этом два адвентажа мы видим в копилке Мухаммада. Будет ли свип? Будет ли свип? Вот. Двадцать секунд.
И рефери пока оценил это исключительно адвентеджем. Шесть секунд до конца раунда. Взрывается зал, буквально взрывается зал советами и эмоциями. Со счетом, извините, не вижу... 2-2 по адвентеджерам. Да. Заканчивается первый раунд этой суперсхватки. Суперсхватка вне рейтинга в IBJJ. Это суперсхватка, в которой никто не обещал никаких кубков и призовых выплат. Это просто принципиальный поединок между двумя ребятами, которые просто согласились выйти друг против друга и помериться силами. Прекрасная затея. Вот тот самый по-хорошему агрессивный спортивный настрой. Спортивный азарт, вот так бы я сказал. Адвентеджем открывается счет второго раунда в суперсхватке Мухаммада Шахбанова и Исмаила Хузаева, извините. Если он сейчас не закроет свой халфгард, тот может переступить. Да, достаточно плотно он его так хорошо распластал, законвоировал. Вот уже заговариваюсь к концу рабочего дня. Степом пытается пробежать, комбинирует, меняет стороны прохода, прилипает к своему оппоненту, но пока только меняется сторона хафгарда. Исмаил Хузаев остается все равно сверху, Мухаммад Шахбанов работает на проход, видно, что ищет вот этот вот. И может быть, да, если зафиксируется, это будет 3 балла. Мухаммад Шахбанов зарабатывает 3 балла. Рефери это подтверждают. 3 минуты 33 секунды до конца раунда. Колено на животе. Будет ли оценка за это движение? Адвентедж только. Адвентедж дает рефери. Неужели будет еще одна оценка за проход гарда? Нет, пока это только адвентедж. Но вот сейчас может быть. Должно быть. Да, 3 балла есть. Та самая тактика, когда можно отдать квартер гард, отдать стопу. Потом опять снова пройти гард, снова отдать стопу. Мне очень все время понравилось, как Гуи Мендес рассказывал эту тактику. Говорит, вы можете так набирать сколько угодно баллов. И, в принципе, на вас никто за это не поругается. Не то чтобы это та же самая ситуация здесь, но просто я знаю, что теоретически это возможно. 10-0. 2:30 секунд остается до конца.
Принципиальная схватка, действительно принципиальная. Но будет ли третий раунд? Напишите в комментариях. У вас есть еще минута 30, чтобы угадать правильный ответ на этот вопрос. Ноль на табло. Попытка удушающего и сдача. Сдача. Очень убедительная победа. Очень убедительная победа. Мухаммад Шахбанов. 17-0. И победа досрочная за минуту до конца поединка. Итак, уважаемые друзья, победу в этом бою одержал Мухаммад Шахбанов! Thank you.